красива та девушка, не у которой идеальные черты лица, а у которой есть шарм, уверенность в себе, харизму, как бы это громко ни звучало, и, безусловно, блеск в глазах. Можно быть действительно очень красивой, но в глубине души какой-то несчастный, обделенный, и все это будет отображаться на тебе, потому что психологи доказали, когда человек в тебя влюбляется, он влюбляется даже не в черты твоего лица, а в мимику. Мимика гораздо важнее, если поэтому чаще улыбаетесь. Я всегда соблюдаю диету души. Душа обязана трудиться и развиваться. Есть такие вредные ингредиенты, как злоба, ненависть, зависть. И это ингредиенты, которые разрушают нас. Если вы от них избавляете свой разум и организм, то, поверьте мне, любую килограммовую массу ваша легкая душа поднимать будет легко и непринужденно. Начинайте утро с улыбки и начинайте его с хорошего настроения. Ну, во-первых, надо дружить со спортом, не бояться холодной воды. Я, например, занимаюсь моржеванием. Почаще бывать на свежем воздухе. И когда у вас, скажем, в жизни что-то не ладится или депрессия, ни в коем случае нельзя поддаваться этому настроению, а надо отправиться на беговую дорожку или в фитнес-зал, или в бассейн. То есть физические упражнения, они снимают с человека вот этот груз забот, который подчас нас преследуют и не дают нам расправить крылья.